травм, но он тоже получит медаль. Егор Яковлев, Максим Чудинов, Антон Белов, Евгений Медведев. И нападающий Александр Овечкин, Виктор Тихонов. Евгений Малкин, Сергей Плотников, Данис Зарипов, Виктор Васильевич Тихонов. Приветствует золото на шее его внука. Итак, Данис Зарипов, Сергей Калинин, Николай Кулевин, Артем Анисимов, Сергей Широков, Евгений Дадонов, Александр Курмистров, Вадим Шипачев, Андрей Локтионов, Евгений Кузнецов. 25 наших бравых парней. Ребята, теперь и тренерский штаб команды получает поздравления. Андрей Сафронов, генеральный менеджер сборной. И поздравляет всех Рене Пазель вслед за Владиславом Третьяком. И я вас уверяю, Рене говорит с ними по-русски. Президент Международной Федерации Хоккея здесь, в Минске, каждое утро по 2 часа с преподавателем учил русский язык. Он знал, какой язык учить. А вот смотрите, знарок. У него не было сегодня времени пообщаться с командой. Он видел их только на раскатке. И вот он. Вот он момент триумфа. Кубок Стэнли хорошо, но смотрите, какой там кубок Стэнли. Золотые медали, Россия. И ни одного «но». Это абсолютная победа. Абсолютная победа. С какого-то момента, а точнее с 18 года, и об этом говорили на конгрессе ИФФ, команда, вот так выигравшая турнир, все матчи и без овертайма фабулитов, получит еще в дополнение своеобразный джекпот. Что, подержи, ты, Зарипов, спасибо. Сной игрок нашей команды, 33 года, Данис Зарипов. Евгений Малкин. Сейчас должен прозвучать гимн в честь победы. Но как можно не дать каждому и, конечно же, великолепному Сергею Бобровскому прикоснуться к этому призу? У этой команды есть все. Есть дружба, харизма, настрой, желание победить. Желание победить в сложных обстоятельствах. Не будем возвращаться к этой истории. Слушайте! Thank you. On behalf of the International Ice Hockey Federation, I declare the 2014 World Championship here in Minsk, Belarus, closed. See you in Prague and Ostrava. Thank you. Чемпионат закрыт. Увидимся в Праге, Остраве, сказал Рене Пазель. Зубной, возглавивший хоккейную, Международную хоккейную федерацию, руководит ее уже 20 лет. Ladies and gentlemen, in order to declare national anthem of the Russian Federation. И наш гимн.